Следующее упражнение взято из индийского бада. Поместите ладонь напротив своих глаз, большие пальцы рук вверх, локти опущены, поясница расслаблена, копчик подвернут, ноги присогнуты. Шею выпрямили, протыкаем руки вверх и поворачиваемся в другую сторону. Во время скручивания спина округлена, межлопаточное расстояние растянуто, подмышечные впадины свободны. При каждом выдохе энергия из дантяна достигает конечности, суставы при этом расслаблены. Активизируем пояс ци. Убираем напряжение всего тела. Очень эффективное. Для внутренних органов происходит детоксикация, обновление, увеличивает связь между нижней и верхней частью тела. Заставляет почувствовать ладони. Нижняя рука расслаблена, верхняя рука толкает. Живот расслаблен. Дыхание животом. Грудная кость опущена в живот. Возвращаемся в центр и заканчиваем. Вдох и выдох.